Кстати, об этом я забывал все, что было 2 года назад. Переспрашивал по 10 раз. Угу. 8 сияет белый. А один раз достаточно. Нет, у тебя 16. Хороший раз. Давай. Давай. Иди. Играешь? Сейчас. Давай. Шаров из моих. Ой. Это стол самый строгий. Thank you.
Ваня Шубинов.
Да. Твоё быть не... А? Когда это было? Советские времена? Не, вот в 2000-х годах. Он даже здесь, говорят, сюда он приезжал, по всем клубам собрал. Долларов? Нет. Да нет, ну понятно, это все эти сказки, которые подкрепляются. Все же как дед человек. Слушай, я в 90-е годы столько всяких наслышался. Если рассказывать, то можно эти сказки о Дене Подгопе. Ты видишь, расскажи, я сказал. Сказки. Забьешься. Слушай, у тебя это волшебный язык. Я вижу. Вот он все забьет. Я вот так же вот уши распускал, и в 90-е, когда вот лихие были эти годы, там столько рассказов было, столько историй. Я пока ты вот только родился, я уже миллиардных дрался, понимаешь? Да что такое, а? Я уже в это время помню. Сколько? 50. Что я говорю? Ты вырос. Только такие забиваешь. Я уже во всю бильярды дрался. Дрался или получал? Да, ты говоришь. Мне. Получал или дрался? Ну, получал, защищался, спасал. Куда же у тебя хватка пропала? Хватка у меня пропала 15 назад. Кладка вот молодым ты пока. Слушай, я, короче, мне телефон свой купил. И скопировал твой, твой телефон, вбивал. Да, да, да. Лет 10 назад я круизом занимался. Да, да, да. Это была история. Так, как на круизе? Да, да, да. Круизы вокруг клуба заходом наймать. Я этим делом занимался. Продолжение следует...
Я в ожидании своего обогащения. Да? Да. А дуракам еще 0.1 срок пользу. А что, вы полный вставляете? Заранее в сборе играет. Ты заранее договорился? Ну нет. И дурак пока тут не вставляет. Я по нулям. Будем широкой. Кто у нас отбивал?